Джон Вик я играл. Короче, на меня накидывались на подземной парковке толпы злодеев. Они выезжали с машин. Помните то видео на YouTube? Вот, а я в них стрелял и орал там: «Сдохните, соки! Сейчас ты у меня просрешься там». А в этот момент приехал курьер, короче говоря. И Даша открыла дверь, ну, там пицца расплачивается. А из соседней комнаты: «Я тебя сейчас трахну! Да ты сдохнешь!» Короче, вот это вот. Вот, типа, не то немного, понимаешь? Не то такое. Короче, Даша говорит, там он так страшно смотрел на нее, потом по-быстрому свалил. Ну да, ну да. Боже, тут огромная карта, походу. Ой, бля, у меня шея заболела, я что-то так всрался. Ладно. Капкан, блин. А капканы можно поставить как... Блин, у нас не хватит этого. Да нормально Слишком все большой хватит. радиус, да? В Хорошо, я смысле, тут да под нормально камень один больше. капкан Вот поставлю. сюда еще один надо. А, у нас там есть запасные. Все, ну, все сейчас будет. Сейчас Так, все, будет. и короче, и... Какого хера? Как это произошло? Так, твой Блин. план не работает. Теперь наружу ставим фонарями, окей? Заходи в эту Да. же... О, что это? Какая-то чертовщина. Господи, твою мать. Да ты чё гонишь? Шарик! Ну что, шарик? Пардон! Спокойно, спокойно, гайс. Это просто была... Хорошо. Хорошо, ладно. Вы ничего не видели, наверное, там, да? Подожди. Я когда проходил, где-то здесь записочка была. Или не здесь? What the fuck вообще, что это? Так, ладно. Пожелаем вам удачи, неудачники. Так, поиграли. Я все еще первый, между прочим, сучечки. Изи. Банвит. Банвит. Тихо, спокойно. Это как тараканы на меня нападают на кухне каждую ночь. Посмотри, дай, надо бежать. Сильнее, сильнее, босс. Смотри, на самом деле, что я хотел сделать. Ну, типа не это, на самом деле, забей сейчас, сейчас покажу. Так.
Саман Вики, спасибо. Это приятно. Боже! Это ты! Пари мне, пари давай! Ясно, понятно. О. Так, запру его, чтобы, короче, он страдал. Сука, я не знаю даже, на самом деле. Джонни, прости, это было жестоко. Ну сюда иди, куда ж ты побежал? Все, сука, теперь не отвертишься. Военкомат, военкомат! Стой! Призывник! Да ты... Почему я попал ему в... Слышь, у них хитбоксы, похоже, выше ног только. Я расстроен. Типа, я его столько искал, чтобы в результате я прострелил его, ему похер было. Что, ладно. Ага, так, хорошо. Ты побежал. Мои понты в замедленном воспроизведении выглядят слишком эпично. Военкомат! Военкомат! Стой! Целишься такой. Никто ничего не видел. Давайте договоримся. Это что не так? Боже, что-то типа... Как это херется? Я просто ставил фонари. И меня заставляли играть с игрушками. Все? Окей? Блять, я был не готов к этой херне. Да пошла ты в жопу, игра. Ты такая, блин, банальная. Типа, забей. Evil Within 2. То есть это примерно то же самое, только сделанное прямыми руками. Ми. Ага. Так. Небольшие технические сложности. Сейчас мы продолжим. Буквально через секунду. Угу. Так. Закрыть. Закрыть программу. Путин, помогите! Он закрылся! Не вышли с другой стороны! Я сейчас заминирую нахер весь амбар. Да он какой амбар, он тут около амбара. Меня олень убил. Это дьявольский олень, попрошу. Я валю, ну-ка нахер. Куда иду? Че ты так, типа, прямо сделал-то было? Фигался этот или день? Какой день? Да день это, я тебе говорю. Аккуратно, мины и этот... Я сейчас тоже положу. Хер он нас отсюда. А слышишь, их обратно можно собрать? Я не думал, что оно сработает на меня. Ну. Так, хорошо, заходи по новой. Да. Здесь. Я не могу тут залезть. Боже мой. Сейчас, пока я смогу залезть, он уже убежит. Это не Лёша. Причиной моего первого рейса было доставить порох в Ларошень. Я не предполагал, что это путешествие так изменит мою судьбу. Испанцы! Испанцы! Хорош, все, хорош. Так, ладно, хватит там ногой елозить.